Добрый день, уважаемый Олег Евгеньевич. Добрый день, уважаемые слушатели, зрители, все родители, бабушки, дедушки, работники культуры. Олег Евгеньевич, все уже так сказано хорошо, так спето, так шикарно организовано, что остается только, знаете, что сказать? Что, может, это вам понравится, что я, как и, в общем-то, думаю, все зрители в этом зале пришли сюда не по какому-то тому, что так надо, что так требует. Сюда все пришли по велению сердца, по своему личному желанию, потому что по-другому как. Ведь здесь сидят родители, благодарные родители, за то, что вы делаете своей работой, вкладывая в душу каждого ребенка. И сегодня это уже много раз подчеркивалось и звучало. Ведь знаете, все те часы, которые проводите вы с ребятами, это дорогого стоит. Мамы и папы, и бабы, и дедушки, бабушки, дедушки знают, что эти дети заняты, что они не где-то, что они не заняты чем-то плохим. Ведь не зря говорят, что человек, держащий скрипку в руках, он не может совершить плохого. Это раз. Второе. Вы знаете, уважаемые друзья, я как работник культуры хорошо знаю, насколько сложен наш жанр хорового пения. Это не танцы, это не современные какие-то виды искусств, которые всем-всем нравятся, чтобы держать хоровой коллектив. А тем более детский, это надо обладать огромными какими-то, ну, качествами человеческими. И действительно, сегодня ваши выпускники подчеркивали, что вы для них, для многих, являлись и другом, и советчиком, и папой. Это очень-очень важно, и это дорогого стоит. С юбилеем! Здоровья, долголетия, творчества, продолжения. Сегодня здесь пел ваш выпускник, но я артист, я повторюсь. А вы уже повторились в ваших детях. Дорогие друзья, вы, наверное, уже слышали, что Александр, сын Олега Евгеньевича, прекрасный певец, солист. А наша ведущая замечательная, Аннушка, это его доченька. Ну, а еще я хочу, Олег Евгеньевич, с вашего позволения, позвать на сцену вашу супругу, вашу половинку. Потому что, наверное, вы не пошли в Софики, потому что она вам разрешила сидеть на этой маленькой зарплате работника культуры и столько лет служить ее величеству. Елена Николаевна, я прошу вас. Папа с детьми выходит. Вы знаете, ему сегодня столько цветов подарили, а я хочу эти цветы подарить вам. Я вас люблю. Вот замечательная семья Олега Нерода. Ну а я с удовольствием вручаю вам нашу тоже самую главную награду нашего Центрального комитета профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Олегу Евгеньевичу за все то, что вы делаете здесь, у нас, на Брестской земле. Будьте счастливы. И все пусть у вас получится. Дорогой папа, я тоже хочу сказать от лица всей нашей семьи спасибо тебе за все воспоминания из нашего детства. Я тоже помню, как мы с хором мальчиков ездили в поездки, и Москва, и где мы только не были, и в Литве мы были. И знаете, как меня называли? Меня называли капитанская дочка. Папа давал мальчишкам задание, чтобы они за мной следили, чтобы я не потерялась. И на самом деле это действительно остается в наших сердцах. Каждая минута этого я все помню. Наше море. Ну, в общем, спасибо тебе за все. Мы желаем тебе долгих лет жизни, чтобы у тебя было крепкое здоровье, и ты всегда чувствовал себя на 18. Скромная, скромная семья. Ваши аплодисменты, еще цветы. И всего тебе хорошего. Это мои внуки. Желаю я вам счастья и здоровья. Кратко и по делу. Спасибо.
Олег Евгеньевич, почетная грамота. Награждаетесь вы. Представляете? Еще одна. За многолетнюю плодотворную работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Педагогическое мастерство и в связи с 60-летием. От общественного объединения «Белорусский союз музыкальных деятелей». Почетная грамота для вас. Ваши аплодисменты. Вы знаете, заберите от нас все грамоты, наконец-то. У меня вообще самая сложная сегодня оказалась миссия. Я появился в финале, потому что не мог сегодня не появиться. И вот когда вышла семья, я видел ваши глаза за кулисами. Все эти два часа. Видел скромные глаза супруги, которая говорила, не надо, не пойду, потому что вот это работа. Но когда вы видите, я представляю ощущение в сердце вашем. Когда дочь, сын, супруга, когда внуки, когда все получается вот так. Олег Евгеньевич, финалем. Торт в финале. Да? Да. Готовы? Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты, конечно, у нас еще самое вкусное прямо сейчас появляется на этой сцене. И традиция, конечно, которая сегодня соблюдается, а вот торт выносят, друзья, родители тех самых певников. Уважаемый Олег Евгеньевич, как вы уже поняли, родители ваших воспитанников, это ваша тоже еще одна такая очень огромная семья, наши дети, мы не могли сегодня остаться в стороне и вас не поздравить. У вас сегодня красивая, очень знаменательная дата, 60. У вас за плечами красивая, увлекательная, творческая жизнь. Много дел, за которые вам можно и нужно гордиться. И, боже мой, еще столько всего впереди. Мы вам от всего сердца желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения самых заветных мечт и воплощения в жизнь самых для вас вот на сегодня важных задач и идей. Вы знаете, мы вам благодарны за то, что однажды в квартире каждого из нас раздался ваш звонок с приглашением нашего ребенка петь в вашем хоре. И вот этот звонок, он стал началом нашей уже увлекательной творческой жизни. Благодаря вам мы стали свидетелем, как развиваются таланты наших детей. Вместе с ними мы посещаем самые знаковые концертные площадки не только в Бресте, не только в Минске, но и за пределами нашей страны. Поэтому, Олег Евгеньевич, огромное вам спасибо за наши положительные эмоции. Итак, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, преданное отношение к своему делу, умение раскрывать таланты и дарить радость людям награждается маэстро Нерода Олег Евгеньевич. С уважением, родители воспитанников хора мальчиков «Пелники». Как не любить таких родителей, таких детей, такую публику? Мне просто в жизни повезло, крупно. Спасибо большое. Рук не хватает. Олег Евгеньевич, это еще не все. Не все. А теперь поздравления от всех, устами всех. Сводный хор, вы готовы? Движется снег шальной, где моря грозят крутой волной, где потоку добрую дома будет лелеть. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому. Что счастье есть,
Пусть эти аплодисменты не гаснут, пусть мир на год не открыли друг для друга. Любовь, мероприятие заканчивается под эти бурные аплодисменты. Мы еще раз желаем здоровья, счастья, мира, долголетия, творческих успехов. С юбилеем! Спасибо всем огромное. До новых встреч!